Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было непреднамеренно и случайно. Так, ладно, сейчас это врубаем вот такое. Вот жестко, реально. Сейчас будут такие аварии, знаешь, именно, вот именно после вот таких видосов понимаешь, что лучше спокойно ездить. Не спешить, не обгонять, особенно на трассах. Очень, как бы для меня это такое страшное. Кати-кати, не бойся, реально. Ну так что, сняли бампер с петель, как говорится. Все. Да есть на свадьбе, по-любому. А дверь закрыть? И в автобус. О, оно вот так, как надо, реально. Ну так... Тупо прикинь. Гафартануло это пиздец. Ты прикинь, как он уже ехал, что уже шлагбаум, его уже аж тут закрыл. Ну привет. Да, вот так прикинь, на автобане, и все, и весь автобан стоит. Такие-то могут быть аварии жесткие. 25-я этажка, братик, прикинь. Унесло? Держи, 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 держи! Ушел! Ой-ой-ой-ой. Как неприятно. Нормально, братан. Потом на авторе не бито и не крашено. На мойку заехал случайно. Да, сейчас подымусь, братик, большое тебе спасибо. Спасибо, спасибо, братишка. А, это этот. Ну да, ну это сильно на самом деле. Тут, знаешь, тут именно и дрифт, и опасная спортивная езда. Прям очень жестко опасно спортивная езда. Да, это, конечно... Ну так нельзя, братуха, в городе. Ну так нельзя, реально. Это очень опасно. Очень. Именно в городе. В городе. Да, там такие миллиметры, но это... Как он прошел? Там такие есть пару моментов вообще нереальных просто. Как он там влез так жестко? Да, это жестко, братик, конечно. Опа! Потекло, прикинь! Антифриз вытек, прикинь! Вот так просто, все, минус тачка. О, обоссалась! Пошел! Пошел! Так тупо тоже, прикинь. Минус столько бабок. Ой-ой-ой. Ого! Ой, ой, ой! Самая тупая и дорогая вообще авария. Ну что? Ой-ой-ой! Ой, утекай! О, нормально, молодец, кстати, еще. Ламба. Красавчик! Текай ты, хлопцы.
Я знаю, що треба смотрети. Аварії там. Там саме такі, будуть вкусні аварії, реально. Ой, як обгоняв красиво. Та ти що, молодець. Блять, мне так было всегда интересно, насколько надо быть то просто тупорылым имбецилом, чтобы вот так попасть в такую аварию. Ну ты что, не видишь? Ну газани уже. Уже газу. Я просто вот так жил рядом из-за вот такого, честно, переезда, я такие аварии видел. Ну боже мой, за свои 20 лет, сколько я их видел, этих таких аварий. У меня был просто один вопрос. Ну как так? Ну как так просто? Ну ты же можешь ну, вот тут как-то... Ну смотри. Все, тормоз. Этот объедет тебя тоже, но не дебил. Все, по тормозам, даже чуть-чуть вот так вот, дай тормоз и чуть подвинься вперед, все. Или просто газику и уже бамс. Все, тут тормоз, пол, просто в пол тормоз, все. Дура, стать именно. И тут же ж видно, ну вот этот Кен же стоял, он же ж не газовал никуда. Бутербродиком. Вот так просто. Гентика, и тут то все этот. Квиточка танцует, и тут все Мишка танцует на машинке. Вот эти. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Ой. Ехал ты в своей полосе. А, он, наверное, хотел пропустить того, что сзади вот тут несется. Да, он хотел, наверное, эту бэху пропустить, и вот так начал резко смещаться. Но уже все, уже тогда, ну, вруби. Все так все понимают, ну, боже. Просто глупая авария. Ого, вы где там взялись? Я думал, на этом все. Думаю, что видео не переключается. Кстати, он максимально вообще не виноват нигде. Это песня Питбуль и вроде бы Нейо как-то что-то такое. Это песня моей молодости. Опа, что-то мусора он несут. Поехали дальше, посмотрим, ладно. А ну-ка. Давай. Как будто знаешь, как будто уже специально. Давай. Нас. Если же знаешь, что он же не прав, давай. Не. Я чё, маленький? Или чё? Тут, конечно, да. Тойотка натупила. 9 утра. А ну-ка. Зеленый, хорошо. Тут на поворот. Конечно. Let's go. Нормально. Хорошо. Ну так, по минимуму, знаешь, аккуратненько. Ты чё? Кемарил или шо? Серёг, ну ёб... Так, жёлтый уже. Ну, можно было бы уже, конечно, так бы не лететь, наверное. Нормально. Шо ты-то такой? Этот слева вправо и туда, этот справа режет в левый, тот справа лежит... Тот слева вправо режет. Вы хохли все тут или шо? Смотри. Ну ладно, это что нормально, это тоже с поворотником. Но как-то они так тупанулись вдвоем, пи***. Как так можно? Меняйтесь. Да. О, а ну. Сейчас. Мяу. Ой, фура, да? Ой-ой-ой. А, там не фура, не. Там уже какая-то машинка впереди. Ай-яй-яй. Реношечка. Ну да, неприятно. Ого, что за? Ого, куда мы так лезем? А что с тобой? Что ты так оттормаживаешься, когда так по-дебильному, смотри? Что он делает? Что такое, бротик, я не понял. А что случилось? Заглох, да? Че шо? Так а за шо? Вот все, вот такая, допустим, смотри. Дебильная, но, как говорится, добрый день. Куда ж ты едешь? А как он тебе поедет по-другому?
Смотри, всех несет. Точно, авария. Ой-ой, бам, let's go. Кто дальше в другого врезался? Уже на разворот куда пошел, дурак? Ну, он еще один, все разворачиваются. Ну, потому что там, наверное, не проехать. О, ну давай посмотрим, сейчас вот это такое, мне кажется, мясное прям жесткое. Прям вот, чтоб уже точно не гонять. По ночному городу. О, это я видел, да, кстати. Это пиздец, если честно. Подожди, а у кого была главная? Ну, у меня же главная, ну, грубо говоря. Ого. Пошло. А все? У-у-у. Похую. Бам. Ой, зимой, трасса, поворот. Лучше так, реально. Тихо обогнал, тихо ушел, все. Ой. Не, ну красавчик. Нормально хоть. Здравствуйте. Ну просто он его обгонял вот там за машиной. Вот так вот. Прямо у нас на глазах. Вот так вот. Вот все тоже. Бам. Ой. Поцеловались. Ой, зря. И унесло. И ушел. И перевернулся. О, не, нормально, кстати, еще. На бочок так аккуратненько сместился. Все. Ой-ой-ой, бамно. Все, куда выехал? И в сраку. И в фуру. Ой, хорошо, малый. А то сюда? Такая была бы котлета сейчас, еба. Лучше не обогнать и опоздать, чем... Все. Ушел красиво, кстати, молодец. О, смотри, все, ушел. Ой-ой. Как унесло просто. Привет. Куда ты поворачиваешь? Ой-ой, как жестко. Аж кастрюли посыпались. Нихера там происходит. Все. Ай. Ты кому сналишь, дядя? Боже, как это дебильно, смотри. Ой. Привет. А, больно было, кстати. Кстати, это так сбоку, да, выезжает Кент? Привет. Пум, нахуй. На пелёчке. Вам всем большое спасибо. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Желаю сладких снов, желаю удачного денечка. Дай Бог, чтобы у вас у всех было все красивенько. Потому, ребятки, на связочечку всем. Ю, на связи, бойс. На связи.